Попробуй поделиться одним наблюдением. Почему же реклама в последнее время не работает, а пиар как продолжает работать, так и продолжает, как энерджайзер? Наверное, все помнят книжку Паркинсона, законы Паркинсона. Сирил Нот Паркинсон говорил, что обсуждая большие бюджеты, все реагируют спокойно. Там, если говорят о миллионе, миллиарде долларов, все эту резолюцию принимают, легко идет как по маслу. Но если разговор заходит, скажем, о 350 долларах на какие-нибудь пластиковые стаканчики, то здесь начинается жесточайшая дискуссия, потому что все представляют эту цифру. Там 350 долларов. А вот миллион или миллиард долларов, многие даже не представляют, чем это вообще отличается на вид, как это выглядит. Никто это в руках и близко не держал. Так вот, за большими рекламными кампаниями стоят те же миллионы, миллиарды рублей, долларов, там неважно. И все не понимают, не могут охватить это своим умом. Как же такие деньги могут и, соответственно, их воплощение может что-то донести до покупателя? А пиар делается обычно микробюджетами, и все понимают, о чем идет речь. Соответственно, вот здесь и путь для дискуссий. Бросили тему за небольшой пиар-бюджет, и вокруг него развернулось мега-обсуждение. Вот поэтому реклама мертва, а пиар жив. Согласны?